на канале ТВЦ состоится премьера продолжения детективного сериала «Котейка», выход которого ожидается 7 марта. В центре сюжета сериала ветеринар Катерина. Однажды ей приносят уличную кошку, наевшуюся крысиного яда, которая на деле оказывается домашней. Катерина, чувствуя неладное, начинает поиски владельца. Как оказывается, кошку выбросила квартирантка, которая снимает жилье у пожилой дамы. Да и к тому же пытает отравить хозяйку квартиры. В продолжении сериала старый знакомый доктора Коновалова, профессор Пищухин, найден в своем кабинете без признаков жизни. Ничто не указывает на убийство, но ученый содержал в террариуме невероятно ядовитых лягушек. Коновалов, имея некие подозрения по поводу неожиданной кончины Пищухина, просит Катерину съездить на место происшествия, благо там работает Горшков. Катерина уверена, что лягушки не могли быть причиной смерти, и берется провести свое расследование. Главные роли в сериале исполнят Дмитрий Миллер, Анна Тараторкина, Даниил Спиваковский, Антон Вохмин и другие. Премьера 4-серийного детективного сериала «Котейка» состоится 7 марта на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.